Привет, привет, мои прекрасные друзья. Упаковка идет полным ходом, но я попозже вам покажу музей на эти вещицы, которые я подготовила. А сейчас покажу столовые трапезные такие вещи и блюда. Вернее, даже это не блюда, это тарелки. И немножко пройдемся по не знаю, фирмам производства их. Так, что у нас будет первое? Давайте начнем с вечего, да? Вот он у нас. И что это такое? Значит, что можно сказать интересненького? Тут написано, что это hand-painted, но под глазуровкой. Вот сейчас я вам покажу это. Для англичан великих. Видите? Кент. Ну, это то, чем мы пользуемся. То есть, это не то, что музей. Но если сильно захотите, чтобы было в музее, сделаем музей. Мой муж, очень смешно, он любит тарелочки красивые после некоторых событий. Так, оно, это оно? Угу, да, вот это оно. И кто же это у нас? Норфолк. На самом деле сделано в Канаде. Видите, суверенная гончарная мастерская. Earthware – это гончарные дела. Но, в принципе, считается, это у нас fine porcelain. И вот такая вот штучка. Хотела вам показать. Или вот здесь это более красиво. Да, кстати, мы двумя решили. Могу рассказать смешное про это. Это вот пригласил меня муж на шашлыки, на работу. И смотрю я, что я ем из такой интересной тарелочки. Причем много там этих тарелочек, все механики едят, все нормально. И я переворачиваю. И смотрите, что он купил по наитию, Велерой Бог. Ну вот, такое оказалось. Короче, я конфисковала и забрала в дом. И этим мы пользуемся. Ну, кстати, знаете, Велерой Бог вы никогда не найдете в Израиле, да? Знаете почему? Ну, подумайте, почему не любят. Так, кто у нас дальше? Вот она и вот она. Кто это у нас? Royal Edfida. Королевская жертва. Ну вот тоже такое вот интересное дело. Какая там роза, как-то она называется, специальная роза. А, нет, это в предыдущем. Давайте вернемся. Я рано-рано перевернула. Нет, роза не здесь. А где у нас роза? Где-то должна быть какая-то специальная роза. Ладно, застряли мы на розе. Country Rose. Это все-таки здесь. Все нормально. Видите, деревенская розочка. Там у нас жуткие розочки. Ну и еще. Cornflower. Василек. Такой чудесный вьюнок. Это опять кто у нас? Кто? Это у нас опять Wedgwood. И тут уже не написано, с какого они года у нас. Ну, сейчас посмотрим. Потому что, по-моему, в предыдущем показано, с какого года они. Ага, вот. 1835 год. Видите, когда они обосновались. Вы помните, да, что Дарвин из этой семьи, и он родился... Ой, родился, господи, женился на тоже представительнице семьи Бэтчвуд. И это дало ему такую свободу во времени и в деньгах. И, собственно, поэтому он всего и достиг. Так, все упаковываю в чемоданы и в свои вещи обволакиваю. Это моя новая такая форма упаковки. Хотя пупырышки у меня тоже есть, но это будет уже, когда будут в ящике. И, не знаю, какие-то другие емкости. Но пока что так. Вот, все девчонки интересовались. Ну вот, я решила вас немножко развлечь. Не будьте строги, тут будет, кто-то сказал, я как вихрем. Все будет как вихрем, потому что у меня мало времени. И я еще и работаю. Я вот сегодня с работы пришла, и вот вам что-то вещаю. Хотите на меня посмотреть? Вот так я тут восседаю. Ну все, надеюсь, будет интересно. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Обнимаю вас фарфоровой и кружевной любовью.